Всем привет! Сегодня 18 марта 2018 года. Видео делаю для себя на память. Возможно, кому-то тоже будет через время интересно посмотреть. 18 марта, а у нас идет снег. Температура на улице минус 8 градусов и очень холодно. Ветер минус 8, очень холодно. Видно на камерах видеонаблюдения вверху экрана вот дата. И сейчас я выйду на улицу и тоже покажу, что на улице без камер. Конечно, хочется тепла уже, а на улице зима никак не уходит. Вот, идет снег. И очень холодно. Кстати, в прошлом году, 21 апреля, тоже был снег. Тогда, конечно, вообще было жалко. У меня уже цвели тюльпаны. Вот можно посмотреть. Уже цвели деревья. Конечно, было тоже так жалко все. Ну, а это сегодня. Конечно, это не 21 апреля, тем не менее, уже хочется тепла, а у нас все, зима не заканчивается. Ну и вот, выйдем на улицу. Кошка моя вышла, но почувствовала, что очень холодно, и решила вернуться домой быстро, пока такая возможность была. Лучше переждать дома. Так или вот так, пока закончится плохая погода. Собака тоже не хочет из будки выглядывать даже. Здесь где-то мои подснежнички, которые присыпала снегом. Вот они красивые мои под снегом. После этого их, конечно, накрою чем-нибудь. Но жалко в снегу. А это мои тюльпанчики. Они тоже уже хотят солнышка и тепла. Вот такие. Это тоже весенние цветочки ранние. Все хотят уже тепла. Все чувствуют, что должна быть весна. А она никак не приходит к нам. Thank you.
Вот такой у нас зимний март месяц. Никак зима не уходит. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой видеоканал. Пока-пока.